Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Angry Birds Epic. Ну что же, братишка, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита и... Блин! Вот так вот у меня эмоции сейчас выходят наружу, потому что начался декабрь. 1 декабря, пацаны, ну а что это значит? Это значит... Конечно же, награды... Все заново, да. И я, вот я думал, я сегодня получу, конечно же, X3. Хрен 3, я, друзья, получу. В общем, сегодня я получил 25 серебряных пятачков. Блин, пипец. 25 серебряных пятачков я получил. Я просто в шоке. Ну, серьезно. Ладно, друзья, в общем, придется нам еще чуть-чуть подождать, потому что 108 монет я не собираюсь тратить без той штуки. Да, мне написали многие то, что давай-ка ты лучше поднакопишь те же самые свинопыты. Напишите, кстати, друзья, действительно, свинопыты стоит потом купить? Мне вот написали как? Типа, сначала, да, ты потрать на свинку-копилку. У нас три еще бесплатно. Давай, ладно. Один раз бесплатно. Так, спасибо. О, зоркий пистолет. Это прикольно. Давай возьмем и получим подарок с тобой. Ну что же, давай... Берем. Так, бесплатное вращение. Вперед, let's go. И дразнище копье. Офигеть, это супер. Так, хорошо, хоть что-то. Ой, спасибо, игра. Хоть что-то ты мне прикольное все-таки выдала. Ну, которое у меня было на новом аккаунте. Это у нас не новый, это как бы старый аккаунт. Вот. Короче, шансом 30% дополнительно несет 50% урона случайному врагу. Это офигенно. То есть, ну ты понимаешь, я Редом, и Матильда сейчас в шахтах. Там хожу, брожу, шахтерю. Алмазы добываю, все дела. В общем, братишка, поставь, пожалуйста, лайкосик. Блин, если ты ждешь наконец-то открытия, это и... Поддержи меня, потому что, блин, ну знаешь, такая фигня, вот ты, например, приходишь со школы там, ну или даже с работами, а потом же смотрят, как бы, любят тоже ностальгировать чуваки, которым за 25 там, они тоже смотрят, играли в эту игрушку и довольно хорошие, приятные комментарии пишут. Спасибо, ребят, реально, что вы пишете мне, прям согревает эту душу, как бы я вам поднимаю настроение, и вы мне можете вот поднять, как бы, то, что вот, типа, ну да, залил, не сдавайся, типа, ты чё, блин, это ж детская игра, типа, то это игра. Ну, блин, ребята, когда такое происходит, это... Ладно, так, пацаны, во-первых, ладно, ничего страшного. Через 3 дня мы, наоборот, друзья, еще поднакопим пятачков, и мы будем суперсильными. Короче, все, не будем долго говорить. Мне написали, что свинопыты — это офигенный класс. Вот я думаю, я насчет него думаю. Потом как-нибудь купить, что ли. Смотри. Атаки по цели наносят... Какой-то 2+ аж... урона в течение 2 ходов. И выбранная птица атакует случайного врага на 7. Мне написали то, что про яд. Мне кто-то там писал то, что свинопыты яд. А где? Какой яд? Я ничего не вижу. Друзья, про какой яд вы мне там сказали? Потому что я реально почему-то не вижу никакого яда. Там написано, типа, в сочетании с ядом этот класс вообще прям... Вот, я не понял этого. Короче, друзья, я на самом деле хочу очень сильно класс открыть вот этот вот. О, кстати, вот этот давай забираем на халяву. А, до сих пор у нас, смотри, 6 часов осталось. Мы с тобой... Сколько бонус за 18 место? 60? Стой, а может мы с тобой... наберем немножечко, а? Что-то император, пант, голубятник на 2-м месте. Блин, они, прикинь, они реально там сражаются за 7 монет. Господи, пацаны, вы реально прикалываетесь, что ли? Давай попробуем сложно. В бой сложно. 410. Итак, мы можем аж 4. Особые правила 4. Вау, это круто. Только единственное, сейчас я подумаю, кого лучше взять. Так, бомб. 393, 352. Так, что у нас тут наносит? Так, заставляя всех врагов атаковать выбранную птицу. Здесь у нас выбранная птица получает урон. Увеличивается на 60%. Сколько он урона наносит? 463.
тут 252, и тут у нас получает на 50% меньше, наносит 2000 урона. Так, а сейчас секунду, ты у нас целебный. Слушай, так у меня этот есть, поэтому... А можно пятерых взять? Прикольно было бы, если бы я пятерых бы взял. Давай так попробуем. Попробуем. Давай вперед. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, чувачки. Итак, что это у нас такое? Рыковой дрон наносит 275 единиц урона всем целям. Враги получают на 25% урона больше в течение 3 ходов. Зарядка, призыв дрона еще он призывает. Мы сразу с тобой используем вот эту вот штучку. Давай вперед. Во, нормально, разбираем. Ну, что-то мы так себе разобрали, на самом деле. Заводной рыцарь Эврика наносит нифига себе, ослабляет атаки цели. Заводной рыцарь защищает трех союзников с шансом 50%, принимает на себя урон вместо цели. Ух ты, блин. Так, нам надо кого-то разбирать. И я уже чую, что лучше вот этих вот. На самом деле, ребят... Так, цепная атака. Сейчас он у нас окочурится. Он хорошо, что... О, офигеть, он призывает еще там. Блин, нет, только не лечитесь, пацаны. Только не лечитесь, пожалуйста. Так, но зато, кстати, у нас целебный дождь есть. Который неплохо шпарит. Рассеянно. Так, и мы можем, конечно... Так, цепная атака, кстати, нормально работает. Офигеть, уже перец у нас, смотри, заполняется. Так, нам по любасу сейчас надо, смотри, как сделать. Так, стоп, Матильда, что ты у нас можешь сделать? Так, исцеляет цель на 278. Так, все понял, что мы с тобой сделаем. Во-первых, так, думай. Что мы с тобой сделаем? Мы можем сделать вот так вот, раз. Потом мы делаем с тобой вот так вот, два. Отлично, вперед. На, просто красавчик, Ред. Есть. Теперь мы с тобой вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Во, во, просто, отлично. Он один остался. Так, хпшечки, он, конечно. Так, пацаны, как мы делаем с тобой? Раз. Два. Три. И вот этот единственный, он будет у нас вот так вот. В принципе, снимает хорошо. Бомб, красавчик просто. Ой, фигня вообще. Так, начинаем с тобой вот так вот делать. Все, выбиваем его из колеи, и все, он сейчас минус. Минус, ребята. Так, только с этими, конечно, надо разобраться нам по-любому. Так, что у нас? 69... Бомб у нас взрываться умеет вообще хорошо. 1300. Сколько ты наносишь? 772. Так, и применяем щит. Да боже мой, сколько они там? Чак получает 150% урона атак. Так, нифига вы. Так, ну с этими, наверное, просто. Сейчас мы вот этого... Все, мы можем применить с тобой и... Решаем, просто решаем. На. Офигенно, просто офигенно. Ну мы выиграли. Ой. Пожалуйста, 400. Да, офигеть, просто. Еще мы можем удвоить пятачки событий, давай. Все, друзья, мы с тобой X2 получаем, и сейчас мне интересно, на каком мы с тобой месте и сколько мы получим. Я, понимаешь, не особо это люблю, да еще плюс мне написали насчет арены. Я подумаю насчет арены, пацаны, потому что как-то мне арена так к себе не особо-то заходит. Итак, что у нас получается? Нифига себе, за 8-е место 330 монет. Ну, нормально. Еще, кстати, смотри, если мы прокрутим, мы, получается, колесо можно будет крутить, ребята. И можно получить будет. Это здорово. Итак, в этой серии, друзья, я бы хотел не в шахту идти. Нет, пацаны, мы пойдем сегодня к этой грязной свинье. Вот к этой, вот, блин.
Как я просто ее ненавижу. И сегодня мы попробуем ее... Блин, сможем, не сможем, конечно, не уверен. В общем, мне говорят то, что давай, типа... Так, можно только легендарным красным ключом, который спрятан в загадочной печи... В смысле, блин? Ну я же это вроде уже сделал, это... Что, вы тут прикалываетесь, что ли? Сейчас мы с тобой посмотрим. Там просто еще где-то была такая же штука, если я не ошибаюсь. А, и насчет, друзья, класса-то этого. Он у нас сейчас, он у нас вот здесь вот находится, но проблема в том, попроси друзей, ну хоть бы, ну вот, блин, хоть бы отозвались. Самое забавное, что на втором аккаунте это работает, то есть мы можем с тобой призвать друзей, и они помогут, но в пещере, конечно, такого не будет. Итак, сейчас, погоди, ну-ка давай посмотрим, что у нас здесь. Мастерство паладин. Пират для класса паладин. Ну давай, да, паладин все-таки на всякий случай вдруг будет. Для синей троицы. Нет, не хочу столько много платить. Давай, в пещерку зайдем, посмотрим, что у нас там. А, блин, мне кажется, знаешь, почему так это? Да, видишь, тут мы уже получили. Вот, хряк стоит. В пещере один. Пещера два. Сколько всего пещер? Нельзя посмотреть, к сожалению, но их очень много. То есть, ребята, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть пещер, друзья, напишите. Потому что мне кто-то писал, что в старый... Мне сказали, когда я перешел на новый аккаунт, мне написали, типа, у тебя сейчас будет всего 22 пещеры. Почему так мне написали, я не знаю. Вот, типа, а на новом 26. Ох, короче, блин, забейте. За короля пиратов уже скоро будет, ребята. Мне интересно, конечно. Блин, как же я ненавижу пиратов. У них дурацкая эта штука, потому что у них вообще иммунитет просто ко всему. Итак, вперед. Я хочу эту... Свинью уже, блин, победить. Так, кто у нас самый тут такой прикольный? Сейчас я посмотрю. У бомба облава есть, да? Сейчас посмотрю выбранный урон. То есть неплохой у него урон. Но у нашей 100% от нанесенного. Так, наносит 28. Та-та-та-та-та. Исцеляет цель. Здоровье. Так, наносит... Нифига себе, он начал наносить. Посмотри, сколько наш самурай уже начал наносить. Вообще эпически 2000. Что-то вы слишком быстро как-то раз-раз-раз. Чувачки. Так. Сейчас насчет, вот, я думаю, принцессу взять. Так. 314 единиц урона в течение 3 дней. Атаковать птицу с наиболее количеством единиц здоровья. Не, наверное, все-таки лучше так. Пусть будет у нас друид. Да, это нормально. И вот так вот возьмем. Как-то, если честно, я сейчас полюбил бомба. Он у нас такой неплохой мужичок-то. Вот. Итак, сразу... Хопа! На! Он просто на изи вынес. И давай подогрев. Хоп. Раз. На, 141. А, да, на Матильду лучше так не делать. На Матильду не делать, потому что у ней... Ну, чё она эта коса? Это так себе. Баловство. Так, раз. Просто, на! В течение 3 ходов-то, конечно, это все. Так. Все. Просто чисто. Мне кажется, надо еще одну пещерку нам сегодня пройти, посмотреть, что будет. Блин, вот как жалко, что мы сегодня легендарочки эти не выбили. Я знаю то, что, блин, их много будет. Но их еще будет больше, потому что, пацаны, я... Мне кажется, даже наоборот, больше даже подогрел я вам... Подогрел. Интерес, потому что у нас еще больше будет пятачков. Нам, получается, надо 120 пятачков. Заработаю ли я? Да должен, по идее, заработать. По идее, должен, потому что, если ты не помнишь, надо нам походить по карте, побродить. И там будут такие специальные сундучки. Вот. Так, давай сразу, наверное... Так, три всего. Давай. Раз. Так, все норм.
Так, сразу на бомба. Давай сразу на бомба применяем эту штуковину. Все, тут уже начинаются у нас всякие различные штуки. Не, Ред сейчас очень сильный стал. Кстати, сколько у Реда? Не, ну у него хп. Так. Е, цепная атака. На, засранец. Просто минус 700. Я в шоке. Капитан, это офигенная штука. Боже ты мой. Просто бы сказал, что капитан офигенный класс. Но я сказал, офигенная штука. Так, есть. Так, на бомба хотят. Ты на Матильду, да? Этот на этого. Блин, ну что это такое? Ну-ка, ребята. Так, цепная атака. О боже, нифига, он просто вынес. Так, раз. Давай-ка мы его сразу взорвем. Отлично. Сейчас главный подогрев, друзья, нам скинут. Так, кто у нас? О, вот это уже крутые у нас ребятки. Так, сейчас мы с тобой посмотрим, какого же лучше нам замочить. Не, наверное, с этого начнем. Видишь, он вообще такой. Так, хорошо. Блин, мне нравится. Мне... Ой, защита, защитка. Ага, так, давай. На! 1400. Так, рассеяно, броня, минус. И остался последний хряк на пук. Блин, капец мы с тобой. Бомб, супер, просто супер. В один раз в пещеру сходим, по-любому. Я хочу прям протестировать. Сегодня у нас, в принципе, офигенная серия. То есть мы с тобой и туда сходили, и на ивент этот, да, побродили. И сегодня мы эту сахарскую свинью из Сахары, или пустынную свинью, точнее. Ну-ка, что там? Пожалуйста, пусть там будут золотые... Баг продолжается, да? Или... Да, баг продолжается. Все, мы спокойно с тобой открыли дверьку, и сейчас будет у нас вот этот босс. 427 свинская мощь. Итак, пробуем, друзья. В прошлый раз, если ты не помнишь, я никак его не мог победить. Я даже Посейдона этого победил. О боже. Итак, сразу атакуем. Может, надо вот так вот сделать. Слушай, давай-ка вот так вот сделаем. И сразу вот так. Давай. На 3000! Просто как не знаю. Офигеть! Все, мы... Он точно сейчас улетает. Улетай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, погодите, прежде чем летать. Секундус. Так. Блин, чуть-чуть у нее остается. Гадские ублюдки. Ну-ка. Ой, свиньи. Ох ты ж, блин. Так. На! Блин, у него чуть-чуть остается. Я боюсь, он сейчас Матильду убьет. Блин. Он Реда убил. Тихо, 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 тихо. Давай вот так вот делаем. На! Да боже ты мой, да убей! Да, нифига себе! Так, все, переигровка. Переигровка по-любому. Офигеть. Надо где-то нам щит поставить. Так. На! 3200. Он, по идее, может оглушить. Вот нам бы, если оглушить эту свинку... Во, все отлично было бы. Вот, все, начинает на Матильду. Ну ладно, пусть Матильда... Так, Матильда пусть лечит. Конечно же. Чуть-чуть остается. Ну как нарыдал, да? Так, и чё думаешь, убьем? Давай ты, боже ты мой, пукнул, опять пернул. Пожалуйста, на бомбы иди, пожалуйста, на бомбы иди.
Да, красавчик просто, красавчик. Отлично. Все, теперь применяем мы с тобой перчик. Раз. Два. Три. Надо было все-таки этим воспользоваться, но ничего. Офигеть, офигеть, мы это сделали. Ты не представляешь, как долго я пытался эту свинью уничтожить. Ну все, этих мы на изи. Дурацкий свин, как мы с тобой его победили. И сейчас мы еще в шахту пойдем, спустимся. И это вообще будет круто. Так что эта серия просто офигенной получилась. Так что не пожалей, Лайкос. Так. Ну блин. Не, Матильда вообще хороша. Так, давай. Есть. Ну и все, мы сейчас просто-напросто, смотри, что делаем. Раз и два. Да. А, блин, у него еще осталось. Ух ты, маленький засранец. Посмотрим, что в этом сундуке. Мне кажется, там реально монетки. Хорошие такие. Так. Сундук, 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 сундук. Он нам достается, и там... Только не этот сундук. Мне нужен пять серебряных. Ой, блин, шо вы мне вообще... Шо вы творите? Шо вы творите? Что это такое? Так. Вот где сундук. Вот он. И сколько? 253? 3 этапа. Только единственное, там 3 этапа. Так. Все, мы сразу применяем. Минус. Так, хорошо. О, как хорошо, друзья. Секунду. Есть. Тут мы применили с тобой. Цепная атака. Есть. Все, теперь подогрев у нас есть. Сейчас будем мы с тобой что-то такое делать. Ой, блин, да тут эти свиньи. Ну, надо, естественно, для начала вот от этих избавиться. Против этих идти. Так, они сейчас оглушать будут, посмотри. Да, это конечно, прикол. Так, хорошо. Глушит. Фу. Как мерзко. Вы чё рыгаете-то, блин, Ребята. Есть. Все, сейчас за этот ход мы, конечно, друзья, справимся спокойно. Надо было этим вот редом сразу попробовать, потому что у него цепная атака, это прям супер. Жалко, там еще нет такой штуки, чтоб оглушало, и это вообще бы супер было бы. Но, увы. Так, вот, теперь у нас... Так, ты оживаешь у нас? Нет, он просто восстанавливает хп. То есть... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это надо осторожнее быть с ним. Сейчас вот будет восстанавливать жизньки. Так, раз... Так, бомб. Давай, пробуй. Готов. Блин, оглушил ее еще. Так, ну и пробуем минус эту свинью. Все. Все, прикинь. Офигеть. И что же в этом ящике-то? Ну вот, вот в сундуке. Ну что там? Удивите меня. Ну, тут ничего. А ящик, он на карте. Сундук, почему ящик, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне прям интересно, что же там? Давайте, удивите меня, ну же. И... О, еще уровень. Но это, я думаю... Вау, 10, 10, мать! Супер просто. Мастерство повышено. Отлично, просто...
Почти, почти, друзья. Ну все, две монетки я точно получу. То есть ты понимаешь, сколько раз мы с тобой свинку-копилку, блин, крутим. Ой, следующее... Друзья, уже скоро, уже скоро. Так, и давай, я тебе обещал, в шахту один раз мы с тобой сходим. Вот, думаю, в следующей серии мы с тобой опять побродим, походим, и только потом в пещеры пойдем. Но мне просто захотелось как-то это. Итак, у нас есть, конечно, свиньи, мы поиграли за них. Можно мне, пожалуйста, отменить? Сейчас мы попробуем именно вот так, вот так вот именно пойти. Матильда и самурай. Самурай Ред. Друид Матильда. Так, сразу, хопа! На этого, конечно, тут, блин, сразу надо. Ой-ой-ой, отравление там пошло, вот это вот все. Так, ну, в принципе, блин. Цепная атака. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо-тихо-тихо, ребятки, нифига себе вы. Так. Все, минус пятачки. Ух ты, нифига там, блин. Неплохо так. Ай, посмеялся. Так, избавляемся от этого говнюка. Все, сейчас отравления у нас не будут. У нас, кстати, какие-то целебные воды. Восстанавливаем всем свиньям 150 единиц здоровья. Вы там не обнаглели ли? Каждые два хода, прикинь, 150 единиц здоровья, просто так. Я в шоке. Так. Цепная атака есть. Блин, жалко, что сейчас... Ну, хотя, хорошо, что сейчас сработало. Блин, Реда бедного. Так, давай, Ред. На, вынес. Все, накапливаем следующий перчик. Наверное, даже не сможем накопить. Офигеть, посмотри, восстановился. Но это хорошо, это, кстати, хорошо. Молодца, молодца. Мы раз тебя хлопнули, все. Уходи. Так, и теперь будет что-то интересное. Нет, не интересно. Так, чуваки, кого будем атаковать? Шамана, я думаю. А, блин, чё я... Чё я мучу? Да я просто, пацаны, такой подумал, то, что сейчас у меня будет перчик. Вдруг, я не знаю, из чего вдруг. Хотя, вон, мы смотрим с тобой, перчик нифига, блин, не заполнен. Так. Сразу тогда шамана. Иммунитет! Давай тогда от этого избавляемся, свина. И сейчас он что-то там будешь... Ох ты, гад какой. Да блин, иммунитет же, иммунитет, да. Все, восстановил им. Так. Беду, беду. И мы с тобой вот так вот делаем. Просто отлично, замечательно. Все, маленькая хрюшка осталась. На. Все, мы с тобой на изи просто проходим, понимаешь? Круто! Ну, не знаю, сколько наш вот этот дуэт продлится. Я, честно, не знаю, друзья. Все, конечно, зависит от орудия, потом вот как это все устареет. Не знаю. Короче, если тебе понравилась серия, обязательно ставь лайк. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.